На телеканале «Кубань-24» продолжается тема дня. Спасибо, что вы с нами. Госдума приняла закон об обязательном восстановлении лесов. Восстановить лес необходимо будет в соответствующем субъекте России на площади, равной площади вырубки. Организации, которые занимаются строительством автомобильных, железных дорог, линий электропередачи, трубопроводов, газопроводов, обязаны высадить столько же саженцев, сколько деревьев они вырубили при строительстве. Причем, как я уже говорил, посадить лес необходимо именно там территориально, где он был вырублен, и той же породы деревьев. В законе прописали четкую норму. Сделать это необходимо не позже, чем через год. Как отметила спикер Нижней палаты Вячеслав Володин, такое понятие, как безвозвратный лес, уйдет в прошлое. В этой теме дня нам поможет разобраться наша гостья Елена Петровна Носенко, региональный руководитель «Зеленого движения России ЭКО» в Краснодарском крае. Елена Петровна, здравствуйте, спасибо огромное, что пришли. Я так понимаю, такие законы вас должны радовать? Да, радуют, действительно, потому что не секрет, что недостаточно на сегодняшний день на планете зеленых насаждений. С каждым годом их становится все меньше. Не только по вине естественных, допустим, там насекомые, естественно, пожары, понятно, что загрязнение лесов, но и вот те строительные работы, все то, что ведется, это тоже способствует тому, что лесов становится меньше. И, конечно, их нужно восстанавливать, потому что мы понимаем, что леса – это легкие планеты, и, естественно, это наша жизнь. Это не только для людей, но, естественно, для животных, их дом. Вырубка лесов способствует тому, что животных становится меньше. Поэтому, конечно, такие законы радуют. И я считаю, что их не только нужно принимать, но нужно, чтобы они исполнялись. Конечно, чтобы они исполнялись. Это действительно так. Я нашел цифры экологов. За сутки мы теряем не менее 20 тысяч гектаров леса. Это вот видно в масштабе всего земного шара. А если понимать объемы и масштабы в стране, в крае, то вот насколько все печально или, может быть, не сильно ужасно? Ну, как бы сказать, что касается страны, то по данным статистики, вот, которые я тоже изучала, в пределах вот лесопожаров, различных наводнений, катаклизмов, где-то 1-2 миллиона гектаров теряется ежегодно леса. Но, естественно, те вот мероприятия, которые принимаются в рамках государства, их недостаточно будет, если не будет подключаться общественность, например. Ну и, на мой взгляд, что посадить дерево – это достаточно приятно и здорово. Это надолго, это память. Я думаю, что вот сегодня и вообще с каждым днем мы должны думать о том, что в каждой семье должна возникнуть такая идея посадить дерево, чтобы оно принесло пользу. Ну, понимаете, многие сажают, но сажают его либо у себя на даче, либо у себя во дворе. А здесь же стоит немного другой разговор, да, посадить дерево в лесу или, не знаю, где-то там, где появится лес. Да, и вот как раз-таки хорошая, очень интересная программа, предложенная «Зеленым движением России ЭКО». Вот. Вообще «Зеленое движение России ЭКО» с 2011 года занимается посадкой лесов по нашей Российской Федерации. Где-то более 10 миллионов уже посажено деревьев. Сейчас, в 2015 году, возник такой проект, который называется «Посади лес». Это значит, что любой желающий может принять участие в том, чтобы посадить лес, не выходя из дома даже, если человеку некогда, но он хочет внести свою лепту. Для этого он просто должен зайти на сайт, написать о том, что он желает участвовать, приобрести дерево. Стоит там символическая цена, как вот последний раз я видела, 150 рублей. Вот. И он может одно-два дерева и так далее посадить. И чтобы действительно знать, что это дерево посажено, ему будет прислан сертификат того, что он участвует. И, естественно, место, где посажено это дерево, потому что по всей стране у нас достаточно большое количество волонтеров «Зеленого движения России», которые активно сажает деревья вместе с лесными хозяйствами, точно с такими же людьми, которые желают участвовать в этом процессе. И на сегодняшний день достаточно много. Вот более 3000 людей воспользовалось этим проектом «Посади лес», интернет-проектом. И посажено уже, наверное, приближается к 100 тысячам деревьям. 3000 все-таки хотелось бы больше. Хотелось бы больше. Вот поэтому мы сегодня должны донести до сведения людей, что этот проект существует и что он действительно интересный. И я думаю, что каждому нужно принять участие в этом. Я правильно понимаю, что проекту «Посади лес» рук хватает, а денег не хватает? Да.
Да, вот так. Поэтому, естественно, нужно каким-то образом все-таки принять участие населению, и нашему, и населению других регионов. Причем активно высаживается лес в регионах Новосибирска, Иркутской области, вот Чувашии. Ну, хотелось бы привлечь Краснодарский край. Но там он активно рубится. Да, там он, вот я хотела сказать, там он активно рубится. И там, большей частью, мы слышим о том, что там лесные пожары, конечно. Наверное, сознательность людей тех территорий несколько выше, но хотелось бы все-таки и привлечь вот наш краснодарских жителей вот Краснодарского края, чтобы они тоже приняли в этом участие, понимая, что масштабы это такие плачевные касаются не только тех регионов, но мы единая Россия. Нам нужно восстанавливать, я так понимаю, там леса после пожаров, допустим, если у нас хотя бы не вырубается, или, допустим, на побережье, там, где самшит, да, пострадал. Да, это проблема большая, да, самшит. А давайте о пожарах поговорим. С нами на связи заместитель руководителя по организации тушения лесных пожаров и материально-техническому обеспечению Краевого лесопожарного центра Анатолий Леонидович Захаров. Анатолий Леонидович, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. В нескольких словах, будьте добры, расскажите, как работает ваш центр и что находится в зоне ответственности? Ну, в зоне ответственности, значит, наш лесопожарный центр занимается тушением лесных пожаров с 2012 года. Значит, в зоне на ответственности, ну, практически весь край находится, за исключением Республики Адыгея. То есть там, где находятся земли, принадлежащие лесному фонду, там наша зона ответственности. Но я так понимаю, что больше ответственности у нас в предгорных и горных районах. Так точно, да. Потому что у нас лес, в общем-то, ближе к Черноморскому побережью тяготеет, как говорится. Поэтому... Можете примерно сказать, какой ущерб наносят лесные пожары нашим лесам, и является ли этот ущерб критическим, или пока еще нет? Ну, вы знаете, дело в чем, что наша организация не призвана, скажем, вести подсчет ущерба. Дело в том, что согласно инструкции по определению ущерба, в общем, причиненного лесным пожарами, суммарный ущерб от этих пожаров включает в себя стоимость потери древесины на корню, ущерб от повреждения ресурсов побочного пользования, молодняков, ущерб от вреда, причиненного лесным пожаром окружающей среды, затраты на тушение и восстановление, ну и так далее. А наши только затраты на тушение. То есть мы, наша организация призвана, скажем, охранять леса от горения. Мы тушим и предотвращаем тушение, вернее, возникновение лесных пожаров. Поэтому, скажем, вот этой методикой занимается у нас наша, скажем, ну, коллеги из комитета по лесу. Но методика, она одна и та же. И критерии ущерба, ну, критичности ущерба у каждого разные. Единой методики его определения, насколько мне известно, не существует. Потому что наша природа, ну, до того, ну, скажем, живучая, что в какой бы ущерб ни приносил природа, она все равно восстанавливается. Анатолий Ильич, последний вопрос. Скажите, люди становятся ответственнее, потому что, ну, в большинстве случаев именно человеческий фактор становится причиной лесных пожаров? Ну, вы знаете, скорее всего, да. Даже, я думаю, ответственные люди, даже те, которые, на которых некоторые, скажем, товарищи, ну, ссылаются, что вот отдыхающие у нас разводят костры и так далее. Да, разводят костры, да, и зачастую из-за них и получается возникновение пожаров. Хоть и говорят, что в 9 случаях из 10 виновник человек, я склонен к тому, что почти в 100% человек склонен возникновение тушения, вернее, лесных пожаров. Но все-таки, вот смотрите, такая, скажем, ну что ли, статистика. Вот за прошлый год у нас отдохнуло порядка на нашем побережье порядка там 5 с лишним миллионов человек. Ну, а пожаров было-то всего-навсего 34. Так что, если взять в процентном отношении, это очень маленький процент. Анатолий Леонидович, спасибо. Спасибо огромное, что вышли с нами на связь. Сильным трудом согласны, что мы становимся экологически грамотнее, что ли, или ответственнее? Все эти вот годы экологии, они не проходят бесследно? Думаю, что нет, не проходит. Наверное, все-таки мы становимся грамотнее, да, в области экологии. И, наверное, люди становятся более, вот,
культурные, экологичные, вот, потому что не столь уже много мусора. И действительно люди прислушиваются к тому, что, как нужно себя вести в местах отдыха. Но хотелось бы лучше, конечно. Хотелось бы лучше, учитывая, что недавно был в некоторых местах отдыха, и мусора там, к сожалению, очень много. Знаете, еще на сайте проекта «Посади лес.ру» мне вот заинтересовал такой момент. Там можно рассчитать примерную величину своего углеродного следа. Что это такое? Расскажите. Что это такое? Я хочу сказать, что в принципе, смотрите, каждый человек в течение своей жизни совершает различные действия. И экологичные он эти совершает действия или нет, он должен это, может это узнать. Вот благодаря тому, что рассчитает свой углеродный след. Рассчитывая свой углеродный след, он понимает о том. Ну, а из чего он, кстати, складывается? Допустим, ездит он на велосипеде, либо на автомобиле. Mm-hmm. Допустим, как он сжигает мусор или как-то его компостирует. Ну, и разные такие моменты. И тогда можно определить свой углеродный след, и ты можешь действительно понять, вот, чтобы компенсировать свой углеродный след, сколько ты должен посадить деревьев. То есть это очень так легко, просто и занимательно, скажем так, но с большой пользой. И потом же все-таки этот след растет, и поэтому нужно компенсировать время от времени. Вообще, по-хорошему, вот если брать в идеале, сколько нужно человеку посадить в течение, не знаю, 10 лет, может быть, деревьев? Знаете, точно не знаю, но думаю, чем больше, тем лучше. Уж точно не одно дерево, как говорят, вот, там, посади дерево, вырасти сына, уж точно не одно. Дерево. Наверное, достаточно много. И если человек сажает, и не только сажает возле своего дома, но и активно принимает участие в посадках, которые объявляются общественными движениями, mm-hmm. выходят с семьями, как это у нас сейчас бывает и в парке, то, наверное, это большая польза. В Краснодарском крае у нас где высаживают леса и какие деревья высаживают? Знаете, вот, например, мы высаживаем деревья. Это вот «Зеленое движение России ЭКО» вместе со школьниками. Школа номер 96. Мы взяли шефство и высаживаем очень часто в Чистяковской роще. Дело в том, что Чистяковская роща очень старый парк. И там действительно уже дубы старые, ломаются, особенно после всевозможных там оледенений или еще каких-то катаклизмов. Вот. И, конечно, там нужно сейчас уже думать о том, что нужны там новые деревья. И мы по согласованию с Комитетом природных ресурсов, который всегда идет навстречу, мы высаживаем там аллеи. И это, поверьте, очень такой большой праздник, когда приходят семьи, родители, дети для того, чтобы посадить аллею. Приходят, проверяют затем, следят за своим деревом, как оно растет. Ну, в общем, это приятно и полезно. Тем не менее, у некоторых есть такое суждение, что этим должны заниматься государственные органы. Что вот есть власть, которая должна, собственно, и контролировать, как рубят деревья и высаживают новые. Да, это верно. Власть, конечно, должна контролировать, и как происходят вырубки, и какие посадки. Существуют специальные комитеты. Но я думаю, что и общественные организации, которые не просто так мы решили вот посадить здесь, мы обязательно согласовываем все эти посадки. И мы никогда не получали еще, так сказать, отрицательный ответ, вот, потому как люди видят, где у них, допустим, в микрорайоне хотелось бы там небольшую аллею, небольшой парк, и обращаются к властям с этой просьбой. Естественно, все охватить невозможно. Но то, что не мешает, это хорошо. А помогают ли? Выделяют ли гранты? Может быть, помогают закупкой деревьев? Ну, скажем, чаще закупкой деревьев для общественной организации, в общем-то, помогают, скажем, меценаты. Спонсоры. Да, спонсоры. Угу. Вот. Они, скорее всего, отвлекаются быстрее. Вот, мне кажется, так. Дорогое ли удовольствие дерево? Вот вы сказали, что можно достаточно 150 рублей перечислить на сайте. Да. Потому что я, если честно, заходил на сайт одного питомника, я удивился ценам на вроде бы, не знаю, обычную березу или клен. Потому что там, приличные ценники. Я хочу сказать, что вот эти березы или клены, которые покупают из-за границы, там действительно очень дорогая цена. Ну а если покупать саженцы у лесных хозяйств, там цена, конечно, совершенно другая. Но понятно, что в рамках программы «Посади лес» там, конечно, не покупаются саженцы, которые за границей. Есть достаточно большие крупные питомники у нас в России. И вот благодаря тому, что они могут обеспечить таким большим количеством лесопосадочного материала, вот поэтому цена дерева такая. Все, я понял. Мизерная. В лесное хозяйство за саженцами. Да. Елена Петровна, еще один момент, о котором я хотела, чтобы вы рассказали.
можно подарить лес на свадьбу. Да, это замечательный проект, который сейчас получает свое развитие, ведь август, сентябрь, октябрь – это время свадьбы, свадеб, и поэтому можно подарить лес на свадьбу. А для этого, конечно, все желающие, которые идут на свадьбу, могут зайти на сайт, оплатить, получить сертификат и молодоженам принести в подарок этот сертификат. Это будет, значит, означать то, что в честь их бракосочетания будут посажены деревья, которые будут расти, крепнуть, но точно так же, как и их семья. То есть можно выбрать регион, я правильно понимаю, какие деревья там будут посажены? Да, можно выбрать регион, деревья, какие будут посажены, место, даже кем они будут посажены, место, и им пришлют фотографию, где растут их деревья. А, естественно, у нас в Краснодарском крае мы тоже можем так сделать. Если жители нашего города решат принять участие в этом, мы точно так же сообщаем потом всем желающим, всем тем, кто принял участие в этом проекте, о том, где будет посадка деревьев, они сами могут прийти и поучаствовать в этом. То есть, если раньше дарили участок на Луне или звезду, да, какую-то, то сейчас вот дарят вполне конкретный лес здесь, на планете Земля. Ну, причем, я хочу сказать, креативный ведь подарок, ведь замечательно, не каждому так дарят лес на свадьбу. Поэтому я призываю всех жителей нашего города. Это прям реальный лес, это не три сосны, в которых... Конечно, смотря сколько гости готовы заплатить. Да, опять-таки, как я выяснил по ценам, которые вы озвучили, это не какие-то заоблачные цены, конечно, букет цветов. Два букета, три букета, это уже хороший приличный букет лес. Стоит, как лес, действительно. Как лес. Спасибо огромное. Елена Петровна Носенко, региональный руководитель Зеленого движения России «Эко» в Краснодарском крае, были на студии. Спасибо большое, что пришли. На этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.